Армен Ашатян. Азербайджанская пропаганда со всем размахом работает против нас, а мы всей нации готовимся пить кофе в Риме и Милане. Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашатян сделал публикацию на своей странице в Facebook. Турецкие войска находятся на севере Сирии. Путин пригласил Эрдогана в Москву. Трамп отправил Эрдогану резонансное письмо-предложение. В Баку проходит саммит руководителей тюркоязычных государств. Алиев открытым текстом говорит о Зангезуре. Азербайджанская пропагандистская машина со всем размахом работает против нас и в России, и на Западе. Азербайджанцы готовятся к провокациям на границе. А что делаем мы? Никол дает обещание посадить 10 миллионов деревьев, специальная следственная служба возбуждает уголовное дело против Грайра Товмасяна. С утра в офисе республиканской партии следственная группа ищет грязь на Грайра Товмасяна. Да, и еще мы всей нации готовимся пить кофе в Риме и Милане. Ну как не сойти с ума? Написал Армен Ашатян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге высказалась о ситуации вокруг сообщений в прессе об армянском военно-политическом деятеле Гаригине Нжде. На вопрос о том, что жители города Армавир Краснодарского края требуют демонтировать памятную доску Нжде с территории армянского храма, Захарова ответила, что церковь в России отделена от государства. Если подходить к этому вопросу глобально, то я думаю, нужно возвращаться в лоно историчности. С этой точки зрения все оценки мы дали, и в формате данных брифингов, и в специальном докладе МИД, это наша оценка актуальна, если подходить с точки зрения истории, сказала Захарова. Официальный представитель МИД России также добавила, что она не в курсе о ситуации в Армавире, действий местных властей и поддержки инициативы по демонтажу памятной доски депутатам Госдумы Леонидом Калашниковым. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал и в группы в социальных сетях, чтобы не пропустили новые видео.